სწორდი სმენა დილამშვიდობისა დილამშვიდობისა у нас гости из России поприветствуем спасибо господи დავიდეთ და მაგრავი ვარ Я учился в Америке, жил, работал много лет потом в Москве. Потом мы с супругой жили в Англии, в графстве Кент, рядом с Лондоном. И для нас было очевидно, что дети не будут грузинами, если они не вырастут в Грузии. Мы решили, что для нас это очень важно, и у нас была такая возможность, и мы решили создать школу, которая бы объединила в себе все мировые достижения, но с точки зрения своего естества и своего содержания была бы православной грузинской. Леван Васадзе – известный бизнесмен и общественный деятель, руководитель многих крупных российских и мировых компаний, председатель Грузинского демографического общества, основатель школы имени Якоба Гогебашвили. Концепция школы основана на грузинских православных традициях. В принципе, не от хорошей жизни. Была бы такая школа, мы бы просто с радостью своих детей туда привели и помогли бы ей, чем могли. И, наверное, в какой-то степени меня еще подвела моя естественная наивность. То есть я-то думал, что это просто. Вот деньги, вот проект. Вот сейчас все построим. Вот наймем замечательных педагогов, и все затикает и заработает. А как во всяком деле оказалось, что хочешь, чтобы было, ну, как ты считаешь, правильным, делай сам. И если бы мне кто-то описал то количество лет и труда, и переживаний, и мучений, в том числе, которые мы прошли, чтобы она работала и не портила детей и помогала им развиваться, я бы, наверное, струхнул. Я бы сказал, что не, это вот не для меня. А сейчас назад дороги нет. Но все это с лихвой окупается, когда видишь здорового, счастливого ребенка. Вот у нас часто что уводят, и дети хотят вернуться в школу, потому что они так любят. Во-первых, не было бы благословения патриарха Ильи, не было бы этой школы и точка. А наш патриарх, наш отец, и как он скажет, так и будет. Его слово для нас закон. Он сказал, что будет школа, значит, будет школа. Я-то там просто инструмент. Не было бы меня, был бы кто-то другой, школа бы была. В учебном заведении, которое основал Леван Васадзе, уникальная программа – синтез грузинской национальной школы и ведущих международных образовательных систем. Используются четыре основных направления – академическое, духовное, спортивное и трудовое. Тот педагогический состав, который здесь собран,
которому мы в том числе помогли и дали возможность себя реализовать. Ну, это вот такой спецназ. Это и детские психологи, это и лучшие учителя по разным школьным предметам. В то же время это люди с едиными нравственными принципами, это люди очень семейные, это люди, как правило, воцерковленные, православные. Это одна большая семья, и с ними не страшно. То есть каждый раз, когда инцидент, когда какое-то такое событие, ну, сердце радуется, когда видишь уровень квалификации. То есть нашего директора, нашего завуча, наших учителей, и без них куда, конечно. А с ними не. Наоборот, какая-то радость. Все время чему-то учусь у них. То есть каждый раз что-то новое узнаю о воспитании детей. Мы должны попробовать это просто. Обязательно. Может, мы каждый понедельник учем что-нибудь вкусненькое. Да. И потом едим. Самая сложная материя и самый сложный проект, с которым я лично доселе сталкивался, это наша школа. На втором месте наш же регбийный клуб, но он попроще все-таки. А вот школа, ну, просто выше пилотаж, самая тонкая материя. То есть невозможно, вот рационально я вам не опишу, как так вышло. Просто Господу было угодно, и слава Богу. Теперь давайте скажем, какие стихотворения Александр Сергеевич Пушкин посвятил нашему краю. Ну, кто желает? Давайте. Пушкин. Можешь, Катя? Давай, давай. Не бой, красавица, ты мне, песен Грузии печальные, напоминают мне они другую жизнь и берег тайны. Увы, напоминают мне твои жестокие напевы, и всех, и в ночь, и при луне. Черты далекой бедной девы. Скажите, что подарила вдова Грибоедова Михаилу Юрьевичу Лермонтову? Вдова Грибоедова подарила Лермонтову древний грузинский кинжал. Хорошо, спасибо. Я знаю, что все это от Бога. Если у человека что-то получается, это благодаря ему. И Господь дает всем нам какой-то талант, и мы его должны не зарывать в землю, а работать с ним. И один из великих святых афонских говорит, что у лукавого, говорит, есть три уровня, как он мешает делать доброе дело. Первый уровень — это не дать сделать доброе дело, просто заблокировать, то есть помешать. Второй, говорит, уровень, который редко кто проходит, это если человек все равно прорывается и делает какое-то доброе дело, сделать так, чтобы оно вышло плохо. То есть с благим намерением, но плохо получилось. А третий, говорит, уровень почти, говорит, никто не проходит. Если вот человек преодолел эти два препятствия и все-таки сделал доброе дело, и оно получилось хорошо, он поворачивается и говорит: ох, какое хорошее дело я сделал. И оно сразу обнуляется, то есть смысл пропадает. И естественно, я, наверное, и первый уровень не смогу пройти, не то что третий. Поэтому, если нам Господь какие-то таланты дал, это не наша заслуга, мы все только портим. И мне кажется, что вот в традиционных обществах, вот на древней Святой Руси, в древнем Сакартвелу, наши с вами предки это прекрасно знали. И я, мне кажется, возможно, вообще было чем-то ругательным словом, таким неприличным. Это не значит, что кто-либо из нас лишен личности. Господь создал человека как личность, но
мы не индивиды, не атомы, мы часть чего-то, да. И вот очень часто, когда мы смотрим исторические тексты, например, ветхозаветные тексты, мы не понимаем, как жертвы модерна или теперь уже постмодерна, как такое возможно, что, например, в лицо не узнают Иосифа, его собственные братья не узнают, да? От чего это? Потому что в премодерне, до эпохи Просвещения, до написания первого автопортрета Альбрехтом Дюрером, до выпячивания субъекта, да, до «я», человек просто относился ко внешнему миру без вот этого картезианского эго. И возвращение вот в то состояние, когда не я, а Господь и моя семья, и моя Родина, и есть счастье. Мы были в Грузии. Помножим нужду на нежность, ад на рай. Теплицу льдам возьмем, подножим, и мы получим этот край. Борис Пастернак. Не Тифлис, Карбаты снится, Сазандар и Стон звенит. На мосту народ толпится, вся ковровая столица. А внизу кура шумит, осень манушла. Одна надежда на глубину наших с вами культур. Вот в великой русской культуре, в великой грузинской культуре и у Федора Михайловича Достоевского, и у того же Шота Руставели все отрицательные персонажи – это те, которые зациклены на «я», и Раскольников, и, я не знаю, те же Ханжи или Каджи, похитившие Нестана Дариджану Тариэлла – это эгоцентрики. А все доброе и все ангельское в людях, ищущих не себя, а помощь другим. Один раз его святейшество сказал гениальные слова: «Быть грузином предостаточно для счастья». Вот так просто. И, конечно, когда можно съездить в усыпальницу святой Нино, просветительницы Грузии, и кто-то скажет: «Да это же глубокая древность». Ну хорошо, но вот преподобный святой Гавриил Ургебадзе, который сейчас все более и более любим становится на Руси, он же наш современник с вами и просто такой же святой. И многие считают, не только я, что мы живем в эпоху, ну, мы не хотим ничего дерзновенного говорить, но мы, скорее всего, живем в эпоху святого патриарха. И вот это ощущение света и благодати, и исцеления каждый раз, когда ты его видишь или к нему прикасаешься. А в Москве-то, Господи, Москва богата в первую очередь именно этим. Вот какая радость, что можно в любое время года приехать к Матронушке, и там потрясает то, что такие очереди в любое, просто в любое время года, недели, или можно приехать к великому старцу Удивеева и помолиться ему. А у Александра Свирского я был, и
как-то Господь сподобил меня приложиться к его деснице, и у меня сразу слезы брызнули, потому что ему 500 лет, а он теплый, 36,6, нетленный, он величайший же. И ему же Пресвятая Троица явилась. После Авраама, по-моему, никому она не являлась. И потом коммунисты его мощи носили по институтам и пытались понять чего-то, ничего не поняли. И Господь сподобил так, что он вернулся в свою обитель. И вы родом из мест, или вы живете в местах очень близких к Оптиной пустыне. И поэтому вот оно, не нефть и газы, не ракеты, не это самое, а вот оно. Вот наш саперавый, ваш русский хлеб и вот это все вместе. Вот что нас спасет, вот что нас помирит и вот что низвергнет наших с вами врагов. А остальное это уже от беса. Поэтому обратно к земле и вон из городов и в великую вот природу нашу с вами, вот в эту красоту и растить, и рожать детей. Леван Васадзе предпочитает проводить свободное время с женой и детьми. Мечтает, что когда-нибудь в Конституции будут прописаны не только права и свободы человека, но и его ответственность перед семьей. Пока мы тут с вами сидим, родилось, я как председатель грузинского демографического общества скажу, что родилось около 7 тысяч китайцев. Пока вот мы беседуем. А Индия производит население России раз в 7 лет. Годовой прирост Индии 22 миллиона. А пока зайдет солнце, мы похороним на 150 человек больше приблизительно, чем родим. А вы около 3000 в день. И каждый день так. И как нам с вами спасаться? Как вам заселить величайшую по территории страну в мире? Что делать? Ответ такой, надо, чтобы государство деньги давало. Что за глупость? Разве деньги? Самые богатые и рожают меньше всего детей. Самые богатые страны и общества. И самые богатые части страны и общества и вымирают сразу. Очень редко, чтобы у людей был достаток, и они детей рожали. Все наоборот. Вот я шучу, что нам с вами надо, чтобы запретили наше правительство рожать детей и населять наши земли. И мы в этом с вами похожи. Вот тогда мы и начнем, мне кажется, размножаться на зло нашим этим всяким политикам. Так что вот туда, вон из городов. Думаю, что у каждого человека свой великий крест, который по определению не будет никогда превосходить его возможности нести его, потому что сердцевидец, сам неся тяжелейший крест на Голгофу, никогда не возложит на человека тот крест, который он не сможет понести. Да? Мне кажется, что каждый на своем месте должен быть уповать на Господа и надеяться, что Господь даст ему силы не уронить свое достоинство человеческое и выдержать вот это напряжение, которое превращается в сладость, потому что человек, лишенный желания нести крест, человек,
ориентированный, заточенный на себя, на свое «я», на служение самому себе. И это несчастный человек. Мы все бываем в этом состоянии по несколько раз на дню, потому что мы кто такие? Мы же грешные люди. И без нас все время направляет вот в это направление. И каждый раз, когда я, например, впадаю туда, мне кажется, что это самые плохие мгновения или минуты моего дня, когда я забочусь о себе. Потому что, во-первых, нету конца этой бездне. И чем больше заботишься о себе, тем больше этот прыщ приходится расчесывать, тем больнее и тем эфемернее удовлетворение от него. А как только ты этот зуд забываешь, перестаешь чесаться и помогаешь другому, да, сразу боль проходит. Вот эта псевдо-сладостная боль, и наступает настоящая сладость. «Я» не существует в те мгновения. И есть только он, она, мать, отец, жена, дети, просто человек рядом с тобой. И я как-то присутствовал на богословской беседе на Афоне в Иверском монастыре, который был грузинским. Иверский значит грузинский. Сейчас он у наших братьев-греков, и когда-нибудь он вернется в лоно грузинской церкви. И там один грузинский архиерей и игумен, настоятель Иверского монастыря, беседовали, и наш архиерей спросил у монаха, у игумена, в чем смысл человеческой жизни, говорит. И тот, не моргнув просто глазом, ответил: участие в божественной литургии. Я никогда так об этом не думал. То есть это надо быть уже на верхнем уровне, чтобы так определить смысл человеческой жизни для православного человека. Да? Но вот это соучастие в божественной литургии, оно дано и священнику, и дворнику, и учителю, и даже попрошайке. Да? У каждого свой крест. Поэтому я не знаю, что выше, мне кажется, все это одно и то же. И главное, чтобы человек нес свой крест с достоинством. Глубина наших с вами культур и святость наших с вами церквей – единственная наша с вами надежда. Вот если мы будем верны им, мы спасемся.